Всем привет, с вами Ох Студио. Так, и я Рузу. Сегодня мы летим на Серпентис Фи Аутпост. Тут у меня внезапно оказался он насканенный, а не полученный классическим способом. Ну, что ж, посмотрим, что выйдет. Лечу я над Рикаваке. Такой как бы прикол, что вот, да, нежданно-негаданно я тут влез в эскалацию. Посмотрим сейчас, как они будут разлетаться, будут ли, не различусь ли следом я. Значит, тут будет то, что я успел быстро глянуть, самые две комнаты. Ну, видимо, аналогично, как было в Зульмата у этих ублатов. Так, конечно, да, сильно внезапно, я к этому делу не готовился, думал, что сегодня день будет довольно скучный. Так, переключусь на мистик, пожалуй. Ну, подход у меня примерно такой же, как был, когда я летел на Зелоте. Я лучше покайчу. Значит, из интересного тут только вот этот контейнер, который где-то здесь, вот, Electronic Sealed такой. И, собственно, сами ворота. Но в этом контейнере будут эффекты Аверсиера. По-моему, не очень дорогие были. У меня сейчас вкладка закрыта, нужная. Все. Переключился. Значит, обещают здесь, ну да, типа ключик, эффекты 7-го уровня, которые, по-моему, стоят от силы там 300 тысяч. То есть, ну, ценность, шкалящая ценность. Так, ну, хорошо все лопаются, это мне нравится. Так, значит, ну ничего крупнее тут батлкрузера не ожидается. Весь ЕВОР, который они в состоянии предоставить, это дампы. Ну, как видно, я их, да, очень жутко боюсь. Ну, что там мне? Ну, вот слегка поглушили, и что? Тут этих дампищах. Ну, это или фрегаты. Эти самые патрулер Watchman, или Chief Guard патрулер. Вот эти вот. Вот этот. Скорее всего, пытался. Такой, надо же. Что-то я далеко от них улетел. Ну, в принципе, можно еще сейчас скрипт поменять. На такой дистанции мне трекинг вообще не интересен. Никуда они не денутся, мне лучше оптимал повысить. Так, что тут по мелочи? Ну вот практически все уже и кончились, вся эта мелочь. Ну, летится быстро, приятно, мне нравится. Так, в следующем нужно будет раздолбать батлшип. Такой, что это ты меня тут догнать решил? Ну, не надо меня догонять, мелкашник. Кыш отсюда. Так, не-не-не, вот его. Не хочу я потом на него наводиться. Это долго, грустно. Так, я думаю, пора ехать к Канто. Можно даже поменять патрон. На какой-нибудь... Даже можно оккульт себе взять. Значит, помимо батлшипа там будет немножко саппорта. Ну, не знаю, мне вот играть в этот переварп не хочется. Так, сейчас быстро этого сокольта съем. Ох, постреливают тут что-то, даже попадать стали. А-та-та. Так, о, я подошел достаточно близко. Давай уж, включайся, родимый. Ох, ничего себе, ты что, еще качаться вздумал? Ну,
тоже это все такое. Мелочи. Ох, а этот контейнер еще и внутри, блин, астероида. Да вы, блин, чертовы оригиналы. И как мне его лутать, если он там где-то заныканный? Блин. И это ради... Ну как, теоретически может упасть фраг-модуль какой-нибудь. Очень теоретически. Но, блин, сколько я на это времени-то, блин, угроблю, пытаясь до него доползти. Он все и застрял. Ну, чё там? О, надо же. У меня получилось так дронов всех забрать. Да. Ценность прям шкалит. Теперь еще нужно отсюда вылезти и выбомбать. Блин, он начнет сейчас заниматься не пойми чем. Так, повыше, повыше. Вот туда и лети, ад. Скорее всего, да без... Так. Так. А, понятно. Без Паскея все равно не пустят. То есть его надо или тут подлутать, или еще что-то так. Ну, что тут следующий... Ну, можно вернуть там мистик тот же самый. Что нам в следующем обещают? Так. Так, батлшип чисто в теории может оказаться шустрым, но это в теории. Как написано на бумаге, он шарит на 1000. Ну, жарит и пусть себе жарит. Так. Какая мелочь тут рядом? Так. Ох, ох, восток она вылазила. Так, съесть самых тех, кто слишком близко, а батлшип пока где-то далеко. Подползет слишком близко, можно будет разбираться чисто с ним. Очень надеюсь, что мне хватит танка, чтобы спокойно тут отстреляться. Ну, как бы, если я зелотом пятерку прошел, то было бы очень стыдно здесь слиться на Дриковаке. О, да, тут бьют больнее, это ощутимо больнее, ну, так, не тебя, вот тебя я хочу пока снять, ты же быстро умрешь. Так, протектор потихоньку пытается ползти ко мне, ну, пусть пытается, кажется, входящий ДПС сократился, очень существенно сократился. Ну, если они не на рельсах, то там ничего мне существенного они уже не сделают. Так, тот самый, собственно, батлшип подходит. И, видимо, пора его брать в захват. Ну, о, с ним тут уже разговаривают даже. Ну, вот сейчас последнего можно прибить и поиграть в догонялки. Ставлю оккульт. Все, дружище, успехов. Успехов тебе, дед Макар. Так, я даже поменяю сейчас дронов специально. У меня специально, ну, для таких случаев есть что-то пожирнее, ну, тоже. Дроны у меня брались по принципу, а что было в конте, то, точнее, на станке, то и взял. То есть, ближе всего мне оказались Federation Navy Hammerhead. Хаммера, конечно, они не живучие, они в целом так себе. Но ДПС они тут будут вносить гораздо больше и гораздо лучше. Ну, опять же, у меня уже пушечка разогналась. Сколько тут у меня? 780. Ну, как бы... Кобзда этому несчастному линкору.
Можно его лутать и на этой радостной ноте вообще сваливать. При желании можно кого-нибудь еще подстрелить так, чтобы чисто оправдать вообще саму поездочку. Не факт, что тут что-то полезное будет. Скребков тут никаких нет. И больше ни с кого ничего. Ох, ой, шикарный лут. Вот ради этого стоило. Стоило посканить сегодня. Просто вообще полная жо. Ну, ладно. Ну, вас пень. Не хочу больше на это все дело тратить время. Да и остальных убивать тоже. Большого смысла нет. Ну... В принципе, да, еще где-то можно столько же получить, вот как эти несчастные эффекты 8-го уровня. Там даже не 9-го, 8-го, засранцы. Ладно, на этом всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, всем пока.